номер 7 за 2012 год от издателя значит я был в российской газете в городе Ростове-на-Дону и вот привожу целую статью о чем мы там беседовали почитайте все там интересуется почему я ушел там с телевидения в 2010 году ну чем занимаюсь и прочая такая большая статья что там делать видите статья действительно большая после которой идет у нас рекомендации согласно лунных суток что делать в соответствующий лунный день лето наступило лето да это август у нас и вот я стараюсь идти по сезонам года и вот сезонность питания соблюдать сезонность питания вот в августе уже начинают вернее уже созрели дыни арбузы и можно ими питаться сезонность питания предусматривает что вы с его помощью а раньше так и было то есть раньше было вообще сезонное питание не было того что у нас вот холодильники мы можем все взять что у нас было летом что у нас было осенью что у нас зимой летом мы питаемся летними продуктами осенью осенними зимой что там что у нас есть весной что там осталось и начинаем летом то есть раньше было сезонное питание так вот как раз дыня сезон дыни настает что можно с помощью дыни сделать Какой она дает пользу? Что из нее можно приготовить? Какие дыни бывают? Дыня торпеда, колхозница, мускусная и прочее, прочее. Советы по выбору дыни. Как хранить дыни? Но желательно их не хранить, а воспользоваться вот этим вот сезонным дынным и покушать их как следует. Полезные свойства дыни. Что можно приготовить из дынных корочек? Кому дыня вредна? Она вредна в основном тогда, когда ее съедают на десерт. Потому что дыня, свежая дыня насыщена своими там ферментами, сахарами. И все это переваривается быстро, практически в желудке особо не задерживается, и спускается, пошло по тонкому кишечнику, дальше усасывается. Как только мы с вами покушали первое блюдо, второе блюдо, вот, а потом еще сверху дыньку ложим, то дыня, не проходя через желудок, она начинает под действием своих собственных ферментов разлагаться с выделением газов, бурлит, размножается огромное количество на всем этом микроорганизмов. И в итоге у нас от хороших продуктов, но неправильно съеденных, в основном из-за дыни, возникает отравление. Значит, способы применения дыни. Пищевые семена. Дыня вяленая, цукаты из спелой дыни, то есть из нее можно приготовить очень много всевозможных блюд. Повидло из дыни. Дыня используется в народной медицине. Так, например, из семян дыни готовили пластырь для быстрейшего созревания нарывов. Наружное применение дыни. Где биологически активных веществ больше в дыне, где меньше. Дыня в косметических целях.
Продолжается сахарный диабет. Вот, значит, 13 раздел у нас идет. Адаптогенные растения при сахарном диабете. Как применяют там имумио, водочный настой, цветочная пыльца. И пошло. Продолжение следует. Ну вот миома у матки, излечение. Ну вот как тут излечение произошло, почитайте. Опыт. Вообще очень важный, понимаете, чужой опыт, на основании которого вы как-то можете много разъяснить, я это неоднократно говорю, и что-то взять для себя. Что-то взять для себя, и в то же время, с чем столкнулся тот человек, можете столкнуться и вы. Он преодолел это, и вы, опираясь на его опыт, также это можете преодолеть. Поэтому и разбирается опыт. Криотерапия, лечение холодом. Ну вот, придумают криотерапия. В чем ее изюминка, как она помогает? Все это описано. Лечение природной глиной. Ответы, разъяснения для читателей. Изредка у меня идут вот такие духовные странички. Вот. Ну вот, пишут, что там это карма или не карма, что это такое. Как с этим работать, что это получается. Разбирается вот в такой вот большой статье. И не просто, а тут приведено несколько писем, идет переписка с читателем. Он описывает, я что-то спрашиваю, он отвечает, делится своими, значит, наработками, опытом своим, еще какими-то такими, ну будем говорить, жизненными наработками. Вот как раз я разъясняю из книги «Судьба и карма», я разъясняю, какая бывает карма, белая, черная, не белая, не черная, дремлющая, ослабленная, полностью развернутая, прерванная. То есть все это бывает в нашей жизни, и если с этой точки зрения подходить, очень, конечно, интересно и важно разобраться во всем этом процессе для себя, чтобы выйти из тех или иных жизненных ситуаций, или хотя бы понимать, как надо выходить, как их надо преодолеть. Потому что история, жизненный опыт других людей уже показали, как человек попадает в ту или иную жизненную ситуацию, как она разворачивается, как из нее надо выходить, как не надо выходить, и что получается в том случае, что получается в этом случае. И все это вот описано. Так. Ну, тут говорят, вот изучили все книги. Видите, вот я пишу, там где-то говорят, поняли неправильно, не так промывали, как написано. А вот они как раз. Вот. Два фото, показывающие паразиты крови, какие они бывают. Их на самом деле огромное количество, начиная от вирусов, бактерий и кончая там грибками. Огромное количество. Вот, видите, лазят.
И что они делают? Они в основном употребляют наши красные кровяные тельца, в результате чего у нас возникает анемия, и на основе этого уже идет слабина организма, развиваются прочие заболевания.